Итак, добрый вечер, друзья, добрый вечер, зрители, все те, кто нас смотрит. Мы начинаем долгий, но, надеюсь, интересный футбольный вечер финалов. Ну что же, наконец-таки команда Реал сыграла полуфинал, вывела его уверенно и теперь по праву играет в финале против команды ФШМ. ФШМ спокойно разряжает обстановку, выносит мяч из штрафной, но игроки Реала остались. И счет открыт. Счет открыт, друзья, уже на второй минуте матча Реал забивает гол. Вот уже хороший момент. Да, цеплял. Штрафной удар по центру ворот. Очень опасный удар. И сразу желтая карточка. Он будет бить. Удар. И что там? И вот капитан Намазов уже с мячом. Что придумает? Сам обыгрывает игрока. Выходит 1-1. Прострел на дальнюю штангу. Но там защитник. Нет адресатов. ФШМ забрасывает мяч вперед. Играет под левую ногу. Ну, было касание. Может многое перевернуть. Да, прямой удар, второй удар. Вратарь выбивает его опять в чужую штрафную. Да, опять выигрывает Лазуткин этот мяч. Скидка пробрасывает себе на ход. Он с мячом. Спокойно. И удар поворотом. Да, вратарь-то на месте. Реал ищет варианты. Да, находит штрафной, но чуть отпускает. По правому флангу начинается атака Реала. Итак, это даже удар был. Что у нас с интернетом? Пойдет! Удар. Швед справляется с этим ударом. Сейчас рождает свой пыл. И вот Намазов укрывает мячом, обыгрывает одного, бьет, перекладина, выручает. Второй гол нужен как одной, так и второй команде. И вот Абраменко с мячом, удар. И что это? Автогол. Почему так спокойно игроки ФШМ смотрели на то, как Абраменко проходит все поле и спокойно пробивает поворотом? Так, ух ты, какой удар неожиданно прилетел. Угловой подает команда Реал. Да, дальняя. Скидка Абраменко. Что придумает? Пойдет в обыгрыш. Да,
Он пытается пролезть уже в штрафной площади. Прострел. Нет, никого там не было на дальней штанге. И вот она. Вроде бы зацепился. Да, показывает, что его там подталкивали. Лучше, чем в первом тайме. И удар. Да, удар. Вратарь вытаскивает. Добивание выше ворот. Итак, Соболь с мячом. Удар в ближний угол бил, но... И забить мяч. Да, вот. Вот сейчас все-таки да. Итак, удар. Удар, и вратарь буквально пяткой его там выносит, уже валившись в ворота, но мяч все-таки отбивает. Заброс, мягкий заброс, штрафную, что будет? Ну, гол! Вот он, второй тайм, повторяет первый тайм, сумасшедшая радость. Ребята из команды ФШМ, и мы видим второй мяч. Поэтому, ух, Реал хорошо находит своего игрока в чужой площади. И вот, удар! И снова угловой. Итак, на мяче игрок ПШМ, да, прострел. И нет, вратарь забирает мяч. Никого там на подборе нет. Три игрока ПШМ в атаке против троих. Уже в штрафной. Ну, то ли подсел, и все. И все, это финальный свисток. Это финальный свисток, и нам придется наблюдать серию пенальти.